Группа танцевальная и поющая, которая приехала из юга Франции, из Каталонии. Они собирались ехать в Смоленск, но в последний момент им отказали в приглашении, и они обратились к нам в Русскую православную церковь во Франции. Мой папа попросил Татьяну Юрьевну, директор школы Обру, сделать им приглашение. Ну, там были какие-то перебои, неудачи, но приглашение все равно сделали, и они прилетели. И с тех пор мы ездили в Ростовскую область, там выступали, в школе выступали, в Переславле выступали. У них каталонско-народные танцы, песни и музыка. Сегодня на станции метро Кузнецкий мост, там очень красивая тоже пешеходная улица, дошли до магазина музыкального Ронда, где продаются музыкальные инструменты. Двое мальчиков купили балалайки, очень хотели балалайки купить. Уже играют. Да, мы там, ну, было интересно, потому что балалайки дорого, надо было купить плюс к балалайкам чехлы. Мы поторговались, чехлы нам наконец-то подарили, вот, все очень рады. Очень рад вас здесь приветствовать. Спасибо, что приехали. Я надеюсь, что люди будут вот так больше петь, больше общаться. И очень хорошо, что вы приехали. Очень хорошо, что вы занимаетесь музыкой. Мы очень рады, что сюда приехали. И спасибо большое за такой гостеприимный теплый прием. Le goûter était excellent. Чай, который вы нам дали, был очень хороший. Это не я, это вот Нина все. Феликс. Его звать Феликс. Как давно я начал заниматься музыкой? Et depuis combien de temps tu fais de la musique? Три года он уже занимается музыкой. Tout, enfin, beaucoup d'instruments, comme guitare. На очень многих струнных инструментах. И comment ça s'appelle? Un requinto. Comment? Un requinto. Requinto? Oui. Это называется requinto. Которые одевали раньше каталонские крестьяне, чтобы на полевых работах у них не болела спина и почки. Это национальная одежда или национальный аксессуар из Каталонии. Она хотела начать с театра, но ее мама записала в этот ансамбль танцевальный, так она там и осталась.